как бы вот, то есть также вот модельки есть у них. Для коллекционеров это прям бесценные модельки будут, я думаю. Такие модели автомобилей, но не везде можно купить, но чтобы хорошего качества и детализированные. Также их призы, победители разных кубков Fuji GT 500 километров. Дальше там вот Fuji GT 500 км 16 года, это GT 300 класс, GT 500 класс и Okayama GT 300 километров гонка, тоже GT 500 класс. Разного рода тоже тут кубки. Также вот хороший экземпляр, это GTR. Огромный спойлер гоночный из углепластика, я думаю, да, углепластиковая. Такая вот машинка. Левосторонний руль. То есть, и там тумблеры, как вы можете видеть. Стикс. Я думаю, те, кто следит за гонками, могут найти эту машину в интернете. Вот тут написано, что она уже с YouTube связана каким-то образом. Если честно, я не вдавался в подробности, поэтому ничего не могу сказать. На ней ездили вот человека. Это Страус, Чио и Рип. И также здесь находится машина. Тоже GTR, но уже сделанная вот под NASCAR. Очень низкая. Вот она леворульная, ой, праворульная, извиняюсь. Такие вот обтекательные зеркала, чтобы зеркало от ветра не сдувало, не загинало. То есть, пожалуйста, здесь идет у меня выхлопная система. Сзади все облегчено максимально, это тоже углепластик, и корпус это, скорее всего, тоже выполнен из углепластика. Точно я вам сейчас сказать не могу, потому как не работает терминал технической информации. Вот еще один выхлопной потолок здесь стоит. Даже он подплавился немного. Точнее, не подплавился, а этим гарь испачкала кузов. Ну, вот так выглядит внутри. Руль потертый. Видно, что юзанная не один раз. Выглядит очень даже презентабельно. Вот рулевой вал там видно. Отсюда. И также у них есть. Здесь вот можно посмотреть видео о развитии. Также у них есть микроавтобус.
сожалению, тоже, наверное, техническая информация отсутствует, но терминал выключен. Ну, интересно выглядит, в принципе. Это демо, скорее всего, запущено у него. Салон тоже связан велюром. Неплохо. Сиденье. Сиденье тоже велюром с кожей. Все тут подсвечено снизу. Это сирена. Даже здесь разные модельки гоночных автомобилей Nissan. Значки. Есть там сафари разные. С разных мероприятий гоночных. Я думаю, те, кто следят за гоночными мероприятиями, могут найти здесь знакомые значки. И также с двигателей. К сожалению, двигатели подписаны, но без технических характеристик. Это вот VR38D и TT, Nismo GT3. И второй двигатель — это VRH34A Super GT500. Так выглядит она. А вот интересно, сделан логотип GTR. Если присмотреться, это модельки GTR. То есть знак сделан из моделек GTR. С маленьких. Ну вот, в принципе, и все. Вот такое вот видео небольшое о Nissan Nismo. Приятие по тюнингу автомобилей Nissan. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. А мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч!